Так, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и я вам предлагаю очень заманчивое развлечение. Хреновая погода за окном. Да. Плохое настроение. Да. Скоро учеба. Да. А что если я тебе предложу немножко, чуть-чуть, совсем чуть-чуть посмеяться? Посмеяться. Хотите ли вы посмеяться? Или все же нет? Сможем ли мы вас развеселить в новой серии «Не смейся, челлендж»? Правила вы знаете. Засмеялся! Проиграл! Второе правило. Смотришь этот ролик? Лайк поставь! Поставил лайк. Если поставил, то молодец. Если не поставил, то... Лайкусик, я жду, а мы с вами будем приступать к новой серии «Не смейся, челлендж». Точнее, попробуй не засмеяться, челлендж. Погнали. Включайте ваши телевизоры, бабки, давай. А, уже телевизор, да, включать? Телевизор, ну хорошо, давай, я включил телевизор, все, давай, Игорь, показывай. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. И чё же новость? Итак, выясни, да, почему... Бэтмен появляется только ночью в Готэме, понимаете? А все потому, что на самом деле актера сыграл Алёшка, и он на лицо не особо хорошо выглядит. Поэтому он теперь будет появляться только ночью в Готэме, да? И совсем скоро на экранах страны, всех стран мира и всех стран выйдет новый фильм про Бэтмена. Бэтмен «Возвращение от бабушки в 3D» без регистрации СМС, понимаете? Борьба с пирожками и тортами будет продолжаться всю ночь. А почему изображение из экрана вылезло? Я просто не понимаю, куда смотреть. Это 5D, 6D, 7D. А, 6D. А, вот оно. Давай. Я понял. Ты, конечно, Игорь, молодец. А что, я иду, да, показывать? Да. Пироджокер. Здорово. Вы же блогер, ну я как бы в представлении не нуждаюсь, да, меня и так все знают, вот. Кстати, у меня еще есть банк, вот, он самый лучший в галактике, вот, во всей галактике, даже на самых отдаленных частях нашей галактики. Вот, знаете, я хотел вам сказать, что блогеры, да, вот, был у меня один блогер, как бы, вот, хачик такой, пиздец, знаете, вот, хачик. А, вот, ну вообще блогеры, они все продажные, они маму родную продадут, вот. Ну, хачик все равно пи***л, да. А, так вот, я с предложением к вам пришел. Да. У меня такое неординарное предложение, но в принципе вы не переживайте, это просто новый тренд. Стандартная процедура, да? Да, стандартная процедура. Маму продашь? Я Дед Мороз, дебил. Маму продашь? Понимаешь, у него... Ты сибиряк, мультифора, сибиряк. Вообще-то да, я как бы сибиряк, я по понятиям живу, вот, поэтому, ну, мамку продашь, как бы это не... Дебил, у него мама умерла в детстве с батей, какая нет у него мамы, понимаешь? У кого нет мамы? У Бэтмена. А, у тебя нет мамы? А, да, на тебя вообще насрать, я к тебе предлагаю, понимаешь? Я Дед Мороз, мне 300 лет, у меня мама тоже давно уже умерла, понимаешь? 300 лет. Не, ну я как бы знаю, что блогер, да, все они такие продажные. Ты не к тем обратился, не, у Бэтмена нету мамки. Ладно, Хачик, пойдем, нас не любят. Сочувствую тебе, Бэтмен, сочувствую. Надавили опять на больное. Больное надавят, это пипун на больное. Даже на пипун надавят, это будет на больное. На самом деле, это все меня уже заколебало, честно вам скажу. Радикально, ну, подошел. Вот эти ваши все сценки, вот это все, понимаете? Да, ну, поэтому я сам просто решил выпить зелья невидимости и выйти такой, типа. Ну, да, я тут, это, я тут, я тут, такое? Видишь, я тут. Это я блоха. Тут. Это не блоха. Ну, это улитка. Вы меня просто заколебали уже, понимаете? Вы... На! Шипажи, палец поломался! Подожди, почему палец? На! Подожди, не в ту сторону. Ща. Опа, вот так держи, на, пойм. Не буду я с вами больше не смейся челлендж записывать. На, а сейчас прямой держи. Опа, выпрямился. На, согнул. Опа, на, все. Fuck you, bitch. Сейчас не буду я с вами больше записывать. Идите в сраку. У него неправильная кутикула. У него неправильно построена кутикула. Да все у него нормально. Игорь, он нас обижает, понимаешь? Fuck you, bitches. Понимаете? Fuck you. Не дам я тебе мамку. Не дам, fuck you. Тут делай 537, ОМОН. Да, выезжайте. Значит, моя очередь, да? Да, Игорь. Да. Хорошо.
Хорошо. Капрал! Капрал! Мы готовы вторжение на землю. Нам нужен контакт с землянами. Да, капрал, хорошо, так точно, выезжаю. Так, ну понимаете, я вижу, что вот у вас жопа, место на месте жопы, да? А у меня жопа на голове, да, Эдисон? Тебе есть такая ситуация. Так, я о чем это хотел сказать? Мы, в принципе, мы инопланетяне, мы приехали с Марса, понимаете? Я готов вступить в контакт с землянами. Давайте! Я тебя возбуждаю! У тебя прям так привстал так. Так, понимаете, в контакт с землянами, пойдем. Тебе Бузова нравится, Бузова? Нет, я не готов идти в контакт с землянами. Блогеры, они все знают про данные. До свидания. Мы еще мало вас изучили все-таки, мало. До свидания. Так, сейчас я, да? Да. Хорошо. Мода меняется, меняет и меня. Я дальше забыл слова, ну и пу**й, ля-ля-ля. Вот, два белка за популярность плата. Зубы удалю, если до дела надо. Здорово, я Луджей. Федук, привет. Все, пойдем. А я Фейс. Пойдем драться. Не пойду я с тобой. Я тебя боюсь, ты страшный. Эй, страшный. Ты страшный. Очень красивый. Нет, ты страшный, Не, потому что мода меняется. Меняет и меня. А что, у тебя корона на голове? Это корона? Нет, это мои волосы. А, это из-за лысина, да? Лысина у тебя на башке. Да, я даже не видел. Я не вижу лысину, хотя лысина. Это все потому, что ты на первом месте в клепе стоишь. Да, да. Ну ладно. Облысел. Пацаны. Ну. Сейчас. А вы с вами, Юлик. Сегодня мы будем обсирать вот этого дебила, который там, типа, не смейся челлендж, там, и вот этот дебил, и вот все эти дебилы, которые мои конкуренты, а вы с вами, Юлик, понимаете? Не смешно. Вот это, да. нет, не смешно. Знаете, почему не смешно? Потому что ёпты, это же я, Кузьма. Что, хорошо я сыграл, Юлика, хорошо. Мама меня помпалалия, ёпты. Хорошо я всех сыграл, да. Все мамы с вами, Юлик. Идите нахуй. Так, сейчас я, да? Да, сейчас ты, Игорь. Фундук, тебя сыграть или как-то это, Элджей? Фундук. Я не фундук. Ты фундук. Так, хорошо. Я уже тогда, правда? Да. Это самая сценка, пацаны, просто понимаете? Вот падла, прыщ на носу выскочил. Сейчас, подожди. Ах! Блять! Сука! Блять, хуя выдавил, дебил. Лайк, кто тоже так выдавливает прыщи. Дебил, конечно. Нормально. Скажи, все хорошо? Мне нужен аспиринчик, пацаны. Можете йодом прыжать. Ой, дебил. Верховным судом Ютуба приговариваю вас к пожизненным лайкам и какое еще обжалованию не подлежит. Бомбит! Говно будешь? Говно? Игорь держался до последнего, да? Нет, Игорь не держался до последнего. Так по жизненным дизлайкам приговорю, прыгать будешь, ну встань, а. Так, костер. Ага. Пикник! Ага. Ебой. Сочный, влажный. Курица, шашлык, машлик и вопер. KFC, приходите и кушайте шашлык, машлик специально для пельмена. Подошел. Вот это же я! Это для тебя, Игорь, для тебя. Это для тебя. Всего лишь 98 рублей. Шашлик-башлик, держи! Это не похоже на шашлик. Это шашлик! Я лучше знаю. Курица.
понимаешь? Ты что, ты что? Я лучше знаю, шеф-гридель, мама мия, помпалалия! Мама мия, курица, обломов! Понимаете, просто вот так, и все. Это мой родственник. Какой родственник? Да, это твой родственник. Пельмень, пельмень для тебя. Кувсем. Ну что, пацаны? А вы, пацаны, мне кажется, нужно заканчивать на этом. Как вы считаете? Я считаю то, что неплохо, неплохо. Давайте ставим лайки. Да, лайки нужно ставить. А кому нужно ставить лайки? Давай с этого начнем. Так, ну я приговариваю, значит, я вас приговариваю, знаете, к чему? К пожизненным лайкам! Так что всем стрёмно, нужно поставить лайки. Всем лайки нужно поставить и обязательно подписаться на канал, это самое главное. Подпишитесь прямо сейчас. Да, а то у нас будет бомбить! Будет бомбить, да, поэтому... спасибо всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока. Игорь сошёл с ума просто, ну ладно. Его к пожизненным дизлайкам приговорим. Мама мия, помпалалия!